8 марта на сцене Донецкой филармонии вновь оживет вечная история любви Ромео и Джульетты в концерте фантазии с элементами театра теней «От ненависти до любви». Программу на основе мюзикла Жерара Пресгурвика представят струнный ансамбль «Дива-квартет», инструментальная группа, вокальный ансамбль «Симплекс», вокалисты филармонии и танцевальная группа «Контрданс». Подробности в кассе и на сайте филармонии.